Ну что ж, это новый ролик. Перед тем, как мы начнем, обязательно попрошу вас поставить лайк и подписаться на мой канал. Мы начинаем! Итак, всем привет, ребята, с вами я, Сэр Зерит, и сегодня мы вместе с Димой поиграем в игру под названием Murder Mystery 2. Всем привет, ребята. Да, я немножко подболел, так что вот так вот тихо говорю. Вот, я говорю тихо, потому что моя мама работает, понимаете сами. Вот, поэтому перед тем, как мы начнем, обязательно попрошу вас поставить лайк и подписаться на мой канал. Ну, а мы с Димой начинаем. Ты готов? Да. А вы, зрители, готовы? Да. Погнали! Ну что ж, ребята, с нами еще девочка какая-то танцует. Ладно, ты кто? Давай и так не будем говорить, кто. Ну ладно, я жертва, а ты кто? Ну ты понимай то, что сейчас убийца неизвестно кто. Поэтому понимай то, что убийца будет найти очень трудно. Тьма. Это на втором этаже. Где? Девочка с голубыми волосами. Я только думал, что это она. Крыса. Ну давай, шериф. Стреляй! Не иди! Убийца здесь! Так вот она и была убийца! Господи, блин, эта девочка прям всех убивает! А кто остался? А, нет! Все. Убийца победила. Ладно, не расслабляемся. Идем. Может быть, реально будем говорить друг другу роли? Да нет, лучше давай, потому что здесь играет очень много профессионалов, и только мы с тобой среди нас, здесь мы нубы. Поэтому давай лучше мы с тобой должны объединиться против всех. Вот. Ты понял? Ладно, ребята, не расслабляемся. Лучше говорить. Вот, все-таки, ребята, это Murder Mystery 2, четвертая часть. И Дима в ней оказался впервые. Что ты думаешь об этом? Думал, что зрители долго ждали меня, когда я появлюсь наконец-то на канале. Я потихонечку начинаю снимать шорты, так как вы сами понимаете, они прибавляют больше всего внимания, больше всего просмотров, больше всего лайков. Ой! Ты кто? Ты кто? Я? Да. Невинный? Я шериф. Я шериф. Понял, я шериф. Просто тебя так убийца на изи найдет. Ты понимаешь, убийца себя так на изи вообще найдет. А, господи, а чё там убийца или кто вообще? Господи, я не знаю, я прям всех боюсь, поэтому я никому вообще приближаться не хочу. Короче, пока что особо почему-то никто из убийц не палится. Ну да, кто-то подозрительный, кто-то нет. Поэтому давай, ползаем отсюда как можно скорее. Так, главное, чтобы нас убийца не убил. А то это будет просто фейлом. Или это голый? Кто убийца-то? Может, убийца тот голый человек? Хотя нет, он до нас уже так давно был бы. Если девочка была бы с голубыми волосами, она бы сразу бы начала охоту на людей. Поэтому она так бы не могла. Но это точно девочка не с синими волосами, потому что если бы она была убийцей, она бы прям 100% бы... Может, ты не будешь так близко к ней подходить? Она прямо... Или...
Или она кого-то там убила? Не знаю. А, это ее хвост. Это ее просто хвост. Это просто ее хвост. Просто без паники. Короче, убийца до сих пор почему-то не палится. Не понимаю, почему он так не палится. Но... Да скоро, блин, этот раунд так быстро закончится. А мы еще не разузнали, кто убийца. Настало время... Ой, погоди-ка. Там в какой-то в комнате... А, нет, это девочка. Это просто какая-то девочка. Короче, смотри, я начал теперь с пестом потихонечку ходить. Ну как потихонечку? Так, блин, главное не... Короче, смотри, мы должны идти вместе чуть-чуть, потому что... Ой, господи, господи. Я боюсь больше всего девочка, которая с каким-то непонятным животным. То есть кто убийца, мы не знаем. Шериф? Шериф, иди сюда. Погоди ты, блин. А, это он убийца? Да блин, у меня... Я не говорю, что он убийца. Вот прям 100%. Вот кто... Я знаю, что это за место. Ну потому что, блин, я так и не понял, кто убийца. Кто шарит? Шериф, иди сюда. Я уверен, блин, был то, что... Нет, это какая-то девочка, но я ее не видел вообще. Ты видел хотя бы эту девочку? А я ее не видел, ребята. Я не знаю, я не помню. Ладно, го в итоге все-таки в эту. Это довольно неплохая комната. Я знаю, где я спрячусь. Если я буду невинным. Нет, я не хочу быть просто убийцей, потому что... Знаешь, почему я не хочу быть убийцей? Потому что я не хочу, чтобы меня шериф... Я не хочу потерять свой скилл профессионально, поэтому я буду невинным. Короче, я придумал, где я буду там прятаться. И ты кто у нас? Я тоже. Ладно, короче, смотри, я сейчас заберусь в ту самую тайную комнату. Не знаю, получится ли это. Ты прикинь, у меня не получается туда залезть. Почему? Блин, не получается туда залезть. Где? Где? Кто шериф? Это девочка шериф. Блин, я понял. Блин, господи. Так среди этой толпы, блин, не особо удобно ходить. Тут сразу убийца может напасть. Я просто не понимаю. Господи, может кто убийца, да, может быть, снизу начнет убивать. Не знаю, надо потом будет проверить обязательно. Так вот, смотри, мы с девочкой с голубыми синими волосами пытаемся проникнуть туда. Не получается с этого. О, погоди, погоди-ка. Да блин. Короче, ладно, сейчас должно все получиться. Блин, да как туда пройти? Это невозможно. Это невозможно туда пройти. Нет, серьезно, невозможно в итоге туда пройти. Прикинь. Ну, я просто не знаю уже, кто убийца. Вот кто убийца? Походу, он только в подвале сидит иначе. Значит, либо он там, либо он в подвале сидит. Кто шериф? Я знаю, кто убийца. Это девочка, которая в ФК там стоит. Да. Нет, с красными волосами. Такая серенькая. Вот. Она убийца. Да. Она АФК стоит. Она АФК стоит. Да нет, ты смотри, сюда иди. Сюда иди, блин. Да ты, блин, вот эта девочка убийца. Вот. А убийца.
еще не было. Да. А убийств еще не было. Убийств еще не было. Не знаю. Не знаю. Не я. Короче, мы проиграли, хотя мы победили. Вот эта вот девочка и была убийцей. Она АФК вот стояла. Вот она и была. А шериф, походу, блин, вышел из игры. А убийца еще просто ничего не понимал. Можно пойти сейчас на мельбазу и там всем отомстить. Хотя, никак. Ну ладно. Ладно, у тебя, как... Кстати, у тебя уже 16-й левел, у меня 36-й. Офигеть. Ладно. Ладно, все загружается карта. И мы, ребята, идем дальше. Ты кто? Да почему? Я убийца! Я знаю, ты пока где-нибудь там на улице спрячься хотя бы. Короче, ладно, я пока что людей буду убивать внутри, понял? Я пока на улице спрячусь. Ты пока на улице, да, спрячься там где-нибудь. О, минус, девочка. Кое-какая. Где же этот мальчик? А, он туда побежал. Сейчас я понял, где этот он. Так, ну, пока что мы просто тупо молчим. Короче, смотри, я сейчас буду очень... Короче, будь сейчас очень бдителен. Потому что я сейчас также скоро буду на улице, понял? Господи, блин. Господи. Там шериф. Господи, да господи, а-а-а! Господи, меня чуть убийца не... То есть шериф не убил. Короче, блин. Где убийца? То есть где шериф? Он на улице. Так же. Это квадратная девочка с красными волосами, черной кофточкой. Я знаю ее, блин. Ой-ой-ой-ой. Нет. Уходи туда. Нафиг! Ты чё отключился? А мне пофиг, понял? Я сейчас убью
Короче, ребята, в том сервере меня все начали обижать, поэтому я перешел в другой пустой сервер. Мы продолжаем. Я шериф. Кто убийца? Так, кто у нас убийца? Я не понимаю. Ну, давай, присоединяйся. Я попытаюсь скинуть вам ссылочку, ребята, если что. Вот. Ты последи, пожалуйста, где убийца. Я знаю, кто он, а где он, я не знаю. Просто стоит. Спасибо. ФК. Спасибо. Что, серьезно? А чё? Всё. Все патролим этого бекончика. Мы втроем. Я не зря нашел этот сервер. И это значит, что есть еще время поприкалываться над этим беконом. Он попал точно, попал. Его... Это правда. Нет. Ну что ж, ПВП теперь у нас только. Ночь. Нет. Ладно, окей, я не против по ПВПшиваться с тобой. Ты кто? Ах, блин. Ах, а ты где? На улице, я тебя понял. Спасибо за информацию, я иду тебя убивать. Ну, привет. Понимай. Ты начал довольно стерильного сына. Давай еще попопопашиваемся. Ладно. Я 100% ел. Ладно, давай. Все. Выбираю. Не, давай. Ну да, почему бы пойти не сюда? Да, мы сюда сейчас и пойдем. Короче, это наше последнее ПВП. Мы с ним сейчас будем драться снова. Да? За крутого. Ты, блин. Блинчик. Ладно, где ты там? Но я тебе не скажу лично, где я. Ну что ж, я держу пес при себе, давай. Да. Если вы досмотрели, ребята, это видео, значит, оно вам понравилось. Не забывайте подписываться на наши каналы и ставить лайки. С вами были мы, Сыр Зерит и Дима Крутой 666.
И всем, пока-пока. Хотя, стоп, можно еще чуть-чуть попвпшиваться, да? Ладно, давай, если ты бросишь так сильно реванш, будет тебе реванш. Давай, удачи. Ты кто? Ну, ладно, ну смотри. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо. Опа-опа-опа-опа, попался. Ладно, с вами были мы, Сарзери, ты... Ладно, с вами были мы, крутой и... Ладно, с вами были мы, крутой 666, я, Сарзери, эх, всем... Погоди, стопэ, погоди, тут какая-то девочка, давай ее прогоним. Мы, ребят, на самом деле пошутили. Блин, ну это да, офигеть, какой у нее высокий уровень. Нет, мы ее сможем обхитрить. Мы же профессиональные чувачки. Давай ее прогоним и уже наконец-то будем спокойно тут заканчивать. Я не хочу такую девочку иметь себе в друзья. Ты кто? Красава, она шериф. Да, смотри меня, только главное не убей только. Короче, смотри. Ты где сейчас там? Короче, смотри, потом у нас будет честное ПВП, понял? Поэтому... О, приветик! Я тебя только что увидел. Так. Да зачем меня убивать? Смотри сначала шерифу. Девочка, смотри. Ты чё? А, ты ее убил? Погоди секундочку. Убери нож, я сейчас приду к тебе. Затем у нас честная борьба. Ладно, я думаю, можно с ней потом и закончить. Короче, смотри, начинаем бой на счет 3. Раз, два, три. Нет, а ты не иди за мной, а ты не иди. С ума сошел, что ли? С ума сошел вообще сейчас, что ли? Господи, не-не-не-не-не-не-не-не. Нет, ты не сможешь меня убить. Блин. Ну ладно. Поздравляю тебя с победой. Ладно. Всем, ребята, пока. С вами был крутой 666 и Сэр Зерит. Это уже серьезно. Все. Всем пока-пока.